В издательском доме «Гудок» прошла горячая линия негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». В течение часа руководители компании отвечали на звонки клиентов. Наиболее актуальным стал вопрос о срочной пенсии. С 1 февраля любой железнодорожник, который является нашим участником-вкладчиком, может назначить не только пожизненную пенсию, но и срочную. Срочную – это значит, человек может определить период времени, в течение которого он будет пенсию получать. Но очень важный момент – она может быть не менее 5 лет. Также звонивших интересовали вопросы наследования, индексации пенсии, программы софинансирования. Звонки поступали из разных регионов страны. Вопросы задавали не только пенсионеры, но и молодые люди. Это отрадно, то, что люди уже в таком молодом возрасте задумываются о том, что им самостоятельно придется планировать свою жизнедеятельность, планировать свои финансы. Государство сейчас, проводя информационную работу, дает очень много информации и очень много вводит изменений касательно пенсионного обеспечения. Это касается как тех людей, которые скоро выйдут на пенсию, но и прежде всего это коснется тех молодых людей, которые планируют свою трудовую биографию и свою деятельность. Такую горячую линию с руководством фонд проводит 2 раза в год. Регулярно проходят и личные встречи с трудовыми коллективами компаний клиентов. В отделениях фонда ведется прием и работает круглосуточная горячая линия. Ольга Афанасьева, Виктор Копров, Виталий Тарасов, Москва.